правильно ты или неправильно? Да, правильно. А мне кажется, что что-то тут не так, сынок. Так. Давай я тебе помогу. Мам, а ты нас с тобой заберешь? Да, я вас двое заберу. А во сколько? Это твои носки. Во сколько это у них праздник закончится? Ну, я еще не знаю. Так, сына, ты будешь одеваться сегодня или нет? Да. Так, пожалуйста, будь добр. Ладно, одеваться. Все, мои зайки собираются на праздник. Давай, 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 да ну расстегни, ну что ты пихаешь, ля? Все, поехали все. Я тебя люблю. А так любя был. Давай, я к тебе приеду. Так, я сейчас буду завтракать сама, Григорий пока еще спит, даю ему поспать, потому что погода у нас, конечно, пасмурная, дождь идет. Так, у меня на завтрак молоко и мюсли с запеченным бананом, чашечка кофе и всякие вкусняшки-пряники. Приготовила я фантикостюм, ну, да, жилет, рубашечка и брючки. Сейчас повезу ему в садик, буду его переодевать. Мы с Маргаритой будем сейчас смотреть праздник, да? Угу. Чей? Афонин. Да? Да. И что, и тебя забирать домой? Да. Может, нет? Да. Точно? Да. Борка, идем за мной. Давайте вы мамочку слышали хорошо.
песню, и кто? Детки, мамочек зовите, их на танец пригласите. Зовите мамочек, мамочек. Вверх. Тебе нравится, Маргарет? И мне. Интересно. Давайте откроем наш сюрприз. Вот такой вот флор. Смотрите. Ну что, мы сейчас ждем Антошика? Да. Его тоже заберем и поедем, да? За трактором. За трактором, да. Папа разрешил Афоне купить трактор за хорошее выступление. Да. Афоня не бежал к маме, да? Не плакал. Хорошо рассказал стишок, да, сынок? Это листики. И Маргариту даже пришлось нам забрать, да, Маргарита? Почему мама в городе, а бабушка с дедушкой на работе? Да. А где дедушка? Угадай, где дедушка? На хуторе. Правильно. Где волки, а волки? Так, ну что, мы уже дома. Приехали, а у нас нет света. Поэтому варим пельмени на обед. Хотела вообще-то в духовке крылышки сделать. Но раз света нет, а духовка у нас электрическая, не судьба. Что варим пельмешки, будем обедать. Все, все дети обедают. Генератор, да. А что там еще лежит на вилке наколото? Еще один пельмешек? Все дети сейчас покушают и пойдут играть, да? А мы сядем с папой. Еще тебе? Вот возьми Афонькина хоть. Ну возьми туда соус, положи, какая разница. А что не включается теле? Сейчас папа зовем.
Папа просто завел генератор, чтобы я могла сейчас все погладить это. Пельмешки довариваются, это последние полкилограмма. Сейчас уже буду вытягивать. Чтобы я смогла сейчас Грише все погладить в школу. Ой, а дети тут катаются. Несмотря на то, что и дождик капает. Что вы там делаете? Ну, а зачем ты выехал в грязюку? Ну, сейчас нет. Ну, потом, да. Очень приятно. Что такое? Да, значит, надо сложить зонтик и ехать потом. Я вон к нему положу. Ой, давай осторожно, а то сейчас в глаз тебе. Я на полную скорость. Да? Я не на полную, я на пену. Давай я Антошкин зонтик тоже заберу и отнесу. Уже дождик закончился, да? Да. Вы будете тут играть? Да. Только слезки вытри, пожалуйста. Что, ты плакал, что ли? Да. А что ты плакал? Он меня бил. Кто тебя бил? Он меня бил. Почему? Ну я ж не знаю, что ты там накрутил. Тут Антоша. Да, я посмотрю. Я только тут легко, а тут я... Да, да. Ты по лужам ехал? Смотрите, молодец. Сейчас, как я буду ехать. Так. Надо и тяжу. Почему он так тяжело? Ну ты что-то там накрутил, Антош. Ты не знаю, вот это накрутил. Я не знаю. Ты же на тормоза, наверное, там что-то накрутил. Иди, откати, папа посмотрит. Я не знаю, что ты там накрутил, котик. Что теперь плохо даже крутится. Ты запомнил, что ты крутил? Я не знаю, сынуль. Давай, кати на место, понял? Ой, тут птички где-то, они вот на ветках сидят. Так чирикают. Гляньте, их тут сколько. Работает. Сегодня все только вы в 12 вышли на работу. Ну да, я только в 12. Даже больше, чем в 12. Так что... приехали мы Мижу поздравить, а там такая погода, да? Еле доехали, дождяра лупит. Мише сегодня 5 лет, да? И у тебя сегодня были миньоны? Да. Покажи, что мы тебе подарили. Такую клевую дорогу светящуюся, да? Она должна в темноте светиться. Это кир-трек. Да, ты знаешь, как она называется? На Коле вывели. Зеленая машинка под номером 5. Правильно, прям как тебе 5 лет, да? Угу. Все для тебя, да, Миш? Да. А мне 6. Да. А Коля? Мне потом 7. Не, надо открывать дорогу, потом смотреть там инструкцию, как собирать. Мишу мне не надо показывать. Покажи. Ух ты. Угу. А где у них же должна быть шайба? Вот. Вот ворота, да. И в них можно... Эта фирма делает не соки, а... Да, она все делает. А картоны. А вот это... Ага, это вратарь, да? И вон, это нужно защищать ворота, да? Да, чтоб не попало. Шайба, да? Да, здесь... А в него трудно играть, в этот хоккей? Почти трудно. Ну, вот ты научился? Вот здесь красный и желтый. Да.
Не надо его бить. Гриш. Гриша, дайте Афоне. Нет, это Гришина. А сейчас кто-то сядет? Да, зачем вы вообще это все подоставали из портфеля? Я просто мультфильм полностью посмотрю. Нету телефона? Гриша, не знаю, где-то телефон, но он где-то точно дома, да? Вот 100%. Ну, под кровать залазь, смотри. Послушай, я помню, говорил им, положите мой телефон, я им говорю. Мы положили. Куда? Куда? Смотри, вот там у себя на полке, наверху, Гриш. Ищите везде. Антош, Афоня зато попрыгуна нашел, да? Мама, да тут целый склад. Да я так и знала. Спать с тобой? Да.